Пробирки, сделанные в Киеве, на улице кого тут? Ушинского, дом 25А. Заграничные.
Mm-hmm.
Thank you.
там лишние крышечки у вас оставались. Прозрачную, одну надо. Давайте еще раз посчитаем. Даже. 4 пробирки и одна крыша. Ой. Крыши получается лишние. Да. Ну это два, они такие. Они, видимо, на вес накидывают как вроде. На глаз. Не, ну на вес, скорее всего, все. Плюс-минус 3 пробирки, чтобы не пересчитывать, чтобы не делать более точное оборудование. Себестоимость это вообще как лично. Их, наверное, делают в Германии, а Украина просто фасует. А Польша покупает у Киева, что ли? Вот эти made in Germany, они приехали из Польши. Вот. А вот эти? А это made in Польша, по-моему, было написано. А, нет, тоже made in Germany. Да. Нет, ну на тех было написано, что они made in Украине, по-моему. Ну да, да, там Киев было написано. Нет, они были германские. Слушайте, тоже made in Germany. Просто из Украины бодяжит. Ну, считай, развешивают, наверное. Нет, ну вот оригинальная упаковка вот эта, Made in Germany, они сюда просто вот украинскую свою принесли. Немецкие про английские. Как BMW или Mercedes? Ну, типа. В этом. В мире пробирок, да?
говорю. А, ничего не буду тут посмотреть, то же самое. То же самое. А, вот она выписала, кстати. По сколько штук? Да. Ну, вчера тоже так много собрали. В принципе. Зелененьких там. Так, погодите, желтые, все не собирайте. Если их пересчитаю, будет сумма 480. Тогда обед.
Сколько? Три штуки? Я первый раз, когда собирал, там из двух новых пакетов было 4 или 5 крышек свободных. Я бы навес делаю. Как вести скраб, когда, блядь, все больше, чем надо. Ну, муж думает, еще куда что-то не положил. Пускай черную кошку, все мне как бы. Thank you.
красная какая-нибудь уже открытая была? Не знаю. Я открывал красную. Не было открытой, да? Ну, не знаю. Что за фигня? Что такое? Что-то не так? Магия. Надо еще раз пересчитать. Нет, походу просто может конечно использовал пакет 300, а положил в него 500. Непонятно.
все, покурили. Вы их как десятками считаете? Thank you.
Еще красный.